vostra maestà, l'augusta madre, un folio mi confidò in Parigi, e che, in nome della grazia eterna, ecco il regal suo ciel, i fior d'Alisito. Или мы с тобой, наоборот, подворачивали. Королева играет очень приятно, честно вам скажу, потому что очень красивые костюмы, очень красивые головные уборы, красивый макияж. И, конечно, когда ты чувствуешь себя красавицей, немножко другие ощущения, когда ты в таких костюмах, ты выпрямляешься, осанка становится прямая. Ну, вообще, когда ты проникаешься в образ, в личность, в исторические какие-то факты, очень много интересных особенностей про Елизавету. Она и даже ее испанский народ полюбил и назвал королевой мира. И своей любовью она сделала строгого короля прекрасным семенином, мужем. И даже он подобрел и потеплел, отмечалось вот всеми близкими. Конечно же, злодея играть проще, это, как сказать, вымысел, потому что злодея играть намного сложнее. Ну и для меня, на самом деле, роль у Родриго не совсем уж она настолько благородная, потому что человек использовал Дон Карлоса в своих небольших помыслах каких-то для своих целей, но в конце концов во всем раскаялся. И сделал все, чтобы помочь так называемому другу. Поэтому есть какие-то моменты, где все-таки Верди прописывал этого героя не совсем уж положительным. Там все в музыке выписано, поэтому тут ничего мудрить не приходится и думать. Каждый какой-то характерный жест, эмоциональная какая-то линия, то есть всплеск, страх, там все это выписано в музыке, в оркестре. То есть меня учили еще давно в Италии учить роль между строк, как бы, читая не только слова и, допустим, отдельно музыкальную линию, а именно как бы как они сочетаются между собой. Что имел в виду автор? Вот для меня это, наверное, все-таки дуэт с королем. Там, где ему предоставляется шанс сделать все, что вот ему хотелось. И столько там
красок, конечно, выписано и с растерянность, и напор, и гнев, и в то же время все это пронизано страхом от и до, от начала и до конца этого дуэта. То есть человек опасается сказать что-то лишнее, но тем не менее прорывает его. И то есть тоже как это в оркестре выписано, вот эти вот эмоционально такой вот буря какая-то, да, когда клокочет человеке. Это вообще гениальный, конечно, кусок. На самом деле между Елизаветой и Карлосом, ну, как говорят исторические документы, любви не было, между ними была дружба. И она всячески старалась сгладить взаимоотношения сына и короля. И на время, пока она была в доме, во дворце, было примирение между ними, какое-то такая оттепель у них между в их отношениях была. Это отмечали все. Но любви не было. Но, конечно, в пьесе там все по-другому. Вдруг неожиданно король объявляет, что он будет сам супругом Елизаветы. И, ну, конечно, для них это трагедия. Но я не пела его, то есть как бы я его выучила уже здесь. И он был здесь, на исторической сцене, а потом открылась М2. И мне кажется, что здесь очень тесно. Мне кажется, что очень тесно, и в кулисах все видно. Там в М2 не видно этого. А тут я просто не могу даже, ну как сказать, расслабиться, там, сутулиться, сесть на стул, потому что меня вот так вот в кулисах видят зрители. Я должна ходить, все в образе. Дуэт первый, все его заговоры, тут, когда он начинает подговаривать инфанта сделать то-то и то-то, это тоже выписано в аккордах, очень интересно, гармонически. Apprendi mai il mezzo gentio, mezzo di mani, con me ti seguirò, fratello. Но Верди есть Верди, он всегда верен себе.